Сейчас мы открываем книгу Неемии. Тоже в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. Книга Неемии, глава 8, стих 14. Книга Неемии, глава 8, стих 14. Наши предники только вернулись от плена, от персидского плена. Потому что когда они были в Разве или в плене, они забыли все наши Бог-праздники. Они забыли эти все сделать. Они тогда просто сделали, что эти люди, где они были в Раби, делали. Как мы делаем сегодня. Много наших людей делают сегодня. Они отмечают Рождество, как сказать, христианский Пасха, день рождения. 8 марта. Эти все праздники, это не наш Бог праздник. Наш Бог, Он ненавидит эти все праздники. Еще раз. Он ненавидит эти все праздники. Он не дал наши люди эти все праздники. Это очень, эти все праздники очень плохо для нас. Книга Неемии, глава 8, стих 14. Они, как я сказал, они только пришли из плена, персидского плена, и нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея. Это что мы только читали в книге Левит, глава 23. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моисея. Чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кушах. Дальше, стих 15. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме. И говоря, пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других мироколиственных деревьев, чтобы сделать куши по написанному, как наш Бог сказал, как Моисей писал в книге Левит 23. Дальше. Стих 16. И пошел народ, и принесли, и сделали себе куши, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Вы можете делать, как они сделали. Дома, или как они сказали здесь, каждый на своей кровле, каждый на своей кровли.
Вы можете это делать дома, если вы хотите. С твоей семьей. Это правильно. Это еще, это, и, как я могу сказать? Это тоже правильно. Это не проблема. Но должно быть вместе первый и седьмой день. А потом, когда вы хотите спать, вы должны спать в этом кушке. Это обязательно. Это эти семь дней. Это обязательно. Стих 17. Все общества, возвратившихся из плена, сделали кушек. Слушайте, что он писал здесь. Все общества, все наши люди, возвратившихся из плена. Они только вернулись из плена. Еще раз. Они только пришли или вернулись из плена. Персидского плена. Все общества, возвратившихся из плена, сделали кушек и жили в кушек. Еще раз. И жили в кушек. От ней Иисуса, Иисуса Навина, не Иисус Христос, Иисуса Навина. Сына Навина. До этого дня не делали так сыны Израилевы. Почему? Потому что наши предки были в плене. Мы были в плене, потому что мы бросили все наши Бог заповеди. Мы нарушили все его законы. Поэтому он бросил нас. Он бросил нас в плене. А когда мы приехали домой, мы тоже начинаться. Мы тоже начинаться с дела всех греков, которые он ненавидит. Поэтому он еще раз рассеял наши люди. Поэтому у нас наши люди в Африке, в Америке, в России, в Европе, в Азии, на все земли. Он рассеял наши люди еще раз. Поэтому мы были в рабстве. Потому что мы еще повторяли, нарушив все его законы. Еще раз. Стих 17. Все общества, возвратившихся, нас делали куши. Еще раз. Все общества, возвратившихся из плена, сделали куши и жили в кушек. От ней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. Радость была весьма великая. Очень великий радость был этот день. Наши люди были очень счастливы. Это что мы должны сделать сегодня. Мы должны быть очень счастливы, когда мы отмечаем этот праздник. Дальше. Стих 18. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день по празднеству по уставу. Мы должны слушать. Thank you.
it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sound wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.